класс. Короче... Серый, смотри, нам... Я что подумал? Прежде чем в пещеру идти, во-первых, нам нужны бурдюки для воды. Надо их сделать. Надо мы, их... кстати, нам еще мутанты ни разу к нам не приходили. Вот что интересно. Мне кажется, они нас боятся. День. Зачем? Это? Опа, топотун. Видишь его? Где? Я тебе разверну сейчас окошком. Вон он. Да, вижу, красавчика, да. Ну, не знаю, будем убивать, нет? Ну, давай, подплывем поближе. А чё к ним плавать-то? Это, значит, вообще мимо, мне кажется. Слушай, монету нужны... Он, вон, побежал в нашу сторону, смотри. Он к нашему лагерю, ну-ка, погоди. Фига, он перепрыгнул, да, еще. Да, идет. Он сейчас ломать будет, пойдет. Все. Опа! Выжил после первой. Но ему не понравилось, явно. Она как-то сработала странно. Пойдем грохнем его, что ли. Стрелы. Он поломал нам все ловушки, но... А у меня стрел нету. Лол, все? Я думаю, почему не стреляется? Так. Отступаем в тень. Оно хотя бы живое, понимаешь? То есть, есть ша... Ты... Раз. Все, готов, все. Да? Так, если мы что, его сейчас я загоним. Его... Мы его сейчас загоним. Есть, в башку ему отравленной стрелой засадил. Куда ты? Куда? Добивай. Олень как сквозь землю провалился, да, Серый? Не-не-не-не-не-не-не. Нет, ты сам не падай. Куда ты тут? О. Что происходит? Успел. Все, есть, да? Шкура. Хорош. Успел. Я поел, попил. Надо еще, кстати, да, давайте бахнем. Арморчик. Оп. Все, я типа готов. Так, на... а ты что, на следующий день хочешь что, куда? Да, лезть в пещеры. Так мы можем сейчас в пещеру уже идти. Ночью? Нет, давай не будем. Так а что ночью-то, какая разница? Так а мы поспим, мы же энергию восстановим. Так вот, восстанови на лавочке. И пойти ночью в пещеру? Так она недалеко отсюда. Ну, блин, не знаю, пойдем. Сейчас жети уже ходят. Кстати, ты можешь туда и воткнуть ноги. Рядом с водоедом? Водоедом. Водоед это неплохо. Это хорошая... Мастер водоеда. Полный водоед. Все, бегу с водичкой. Окей. Так, у нас черепок там валяется где-нибудь, нет? Что? Что ты сейчас сделал? Почему у меня два котелка? Что? И у тебя третий? Ну ты где-то еще... Нет, ну у меня третий, да, но ты где-то подобрал два. Я дюбнул котелок, что ли? Костер развалился. Я ничего не делал вообще, я отошел оттуда. Лол? Такой, я умею превращать вином в воду. Иди гуляй, я умею превращать воду в чугун. Все, сейчас точно идем в пещеру, ребят. Обещаю, с рассветом. Вот, мы сейчас в палатке сохранимся, Бонич, и пойдем в пещеру. Идите домой. Утро уже. Все, вот. Готов? Да. Поехали тогда. Ну, вперед, ребята. Список дел добавлен. Помнишь, что можно спускаться без остановки? В список дел добавлен новый пункт. Ну, это обман. Никакого нового пункта. А, нет, исследуйте пещеру с водопадом. Бонич. А, иду. Я ни хрена не вижу просто. Ну, зажигалку зажги тогда. А как я пойму, где заканчиваю? Сейчас мы будем, ребята, пытаться понять, что же на этом острове происходит. Напоминаю краткую предысторию. Самолет пассажирский, такой оригинальный сюжет. Пассажирский самолет, вы не поверите, упал. Упал над островом. А в самолете летел папаша и его отпрыск малолетний. Папаша очнулся, окимарился, а малолетнего отпрыска тащит куда-то разукрашенная обезьяна. Все. На этом. Ну а Серега, это, видимо, наш альтер-эго, наш друг. Не, я просто мимо летел. Ни хрена себе здесь спуск. Ну, допустим, еще один выживший пассажир, с которым они скарифанились. Так, я не могу. Это второй отец. Могу. А, тогда все стало на свои места, Манхэттен. Ну да, у нас же все-таки современная европейская. Ты подобрал, да, рисунок? Нет. Так, рисунок, ребята. Что на нем нарисовано? Ну вот что это такое? Козяка-бабазяка. Ой-ой-ой, он тут совсем... Бонич? А, я спускаюсь. Тут, сиди. Короче, да, в этот раз тут... Сел.
Я... Он визе. Зажигалку выключи. Так, ты там один? Тут он там один? Два чувака, я сзади. Там чувак слева, зажигалку выключи пока. Да выключил. А, нет, не выключил. Она у тебя включена. Давай сейчас... Давай я подожду, того справа. Не-не-не, пока толстый сейчас подойдет к тому, который стоит, чтобы мы одновременно двух. Ага. И мы тогда сразу кинем туда. А он не подойдет. Давай посмотрим, куда он пойдет тогда. Мне страшно, нас... Сережа. Птицы? Что это? Не докину. А вот я докину. Жирный. Ой-ой-ой. О, что? Что? Он меня ударил? Что, я не понял. Оп. Копье. Динамит, отходи. Динамит, отошел. Он умер. Нет. Хоп. А, вот теперь умер. А нет, не сдох. Умер. Сдох? Нет, не сдох. Динамит, еще один, поджигаю. Давай, где? У меня кончились они. Нет. Тебя бежит. Он меня уронил. Кидаю. Отбегаем. Тварь, он ушел тоже. Он меня да снова уронил. Ты... Минус армор. Да он убегает от него. Сейчас я попробую его травануть. Да хватит меня ронять, ты мудила. Бей его уже, серый. Понял, да не в меня. Убегай. Что, он умер? Я вон он наверху. Есть. Всё. Ты динамит кинул? Попал, да? Да? Куда-то, зачем сейчас? А это такой, вдогонку. Понял. Динамит победы. Так, это динамит-то как раз, Бонь. А, их надо поджигать, да, тоже. Флерки поджигать надо или просто бросать? Серый. А, ты вот поджигать так. Тоже. Ну, они сами как бы. Документ. Чё пишут? Don't be afraid, just believe. Не бойся, просто поверь, типа. Ну да, ну да. Не было, а, где? Вот, подожди, да-да-да. Во-первых, еще какая-то хрень вот. Винеты, лаймстоун. Хочется есть. Угу. Кассету собрал и заметку подобрал. Что такое Beneath the limestone? Под скалой, мне кажется, это называется. Real stories of caving. Короче, про, да, какие-то истории про путешествия. Ладно, собрались. Записки сумасшедшего, по-моему, не под известняком, он, по-моему, под ЛСД. Что думаешь? Понял, ты обратно полез. Да как это работает? Да, вижу дом. Один раз Е нажал и все, не надо зажимать. Зажимать не... Я, кажется, опять вылез назад. Да ё-моё, я... Ползи уже! Нормально. Я просто не знаю, где там ребята. Я знаю, где там ребята. Ребята там, там. А ты сможешь? Ты вам не сможешь докинуть оттуда. А если с прыжочка? Я попробую. С прыжка можно, но тут надо... Короче, давай, я попробую. Если что, убегаем сразу. Да. Чтобы нас не накрыло. Хорош! О! Копье! О. Копье серое! Затыкивай. Хорош, первый есть. Давай я попробую еще один динамит на контрольный. Контрольный. Пацаны, кон... Ой-ой-ой, беги! Все, давай больше не будем контрольные кидать. Я отказываюсь. Хрена непонятно, ничего не видно. Копьем будет. Младенца кидают. Ох, ни хрена! Их трое, они упали все. По крайней мере, двое упали. Вон, Бонич. Так, у меня арморчик кончился. И хпшечка. Но я сейчас захилюсь. Так, я попью. Да, офигенно. Интересная книжка. О! Костер. Нас встречают. Кассета.
А, что? Зачем ты поджег меня? Зачем? Как? А, умираю! Так, как? Я тебя резну, не переживай. Ко мне не подходи, главное. Да, я тебя обниму! Так. Так, живность. Где? Там это, Вирджиния. О, там многоногая хрень. Туши! Так, ясно, блин. Серый, сражайся. Ой, зря. Не, надо сейчас, Бонич, пока они не сообразили. Ладно, давай, поджигаю. Ай, это спаси! Бей их, Бонич. Бью. Да, пытаюсь. Отбивай меня, Серый. Да поджигай ты уже, мудила. Там же стоит, убегай сразу же. Убегай, очень весело. Минус. Есть. Красава. Хорош, отлично, работали. Кошельки забирай. Все, я бы снял, что? Конечно. Но с другой стороны, может быть, их можно было застрелить. Да, бронька, Бонич. Ты что, зажег динамит опять? Нет, это фаер. Ну окей. или сейчас мы это узнаем. Подожди, нет, давай его грохнем, ну чё? Их трое, окей. Да не, давай этих тогда спалим. Убил? Я его убил. Я вот думаю, что да, я наверх. Это не спит немножко. Он по-моему, умер. Ладно, я сейчас убру. Не, он спит, 100%. Хедшот, Серый! Видал чё? Зови меня Робин Гуд. Что? Открыто новое животное. Шо? Тут, по-моему, еще и водится что-то. Что ты сделал? Рыба! Где? В воде. Ну ладно, глупый вопрос, я согласен. Где в воде, хорошо. Самый, да. Давай я тебя буду направлять, Серый. Я стою на берегу, я же вижу, куда ты плывешь. Вот это я точно не поплыву тогда. Давай ты меня будешь. Давай обратно, Бонич, пойдем. Мне кажется... А куда ты собрался плыть-то? Я вот не знаю. Я вижу, что пещера куда-то налево уходит, но как далеко определить сложно. Почему налево? По-моему, прям за гротом можно вынырнуть. Не. Ладно, пробую разочек. Контент пошел. Подожди, а зачем мне вообще пока нырять? Я пока плыву просто. Плыву. Понятно. За кислородом, главное, следи, Бонич. Зачем? Нет. Дышу. Где я? Я вижу тебя. Можно плыть на надпись. Да, тут, конечно, такое. Здесь нужен акваланг. Так я про что и говорю. Здесь. Почему вы мне не сказали об этом раньше? О, как страшно-то, господи. Что, Серый, снова дети. Я вижу. Ползет на меня. Уже не ползет. Давай, беги сюда. Я же тебе говорил, они рецаются периодически. Сейчас я его убью. А зачем? Не люблю детей. Блин, если бы я играл в это один, я бы никогда не прошел. Сами понимаете, ребят, я бы уже все забыл. Я полез наверх. А, вот, вижу, да. Угу. Все, выход, Бонич. Я сейчас сюда метку воткну тогда, чтобы мы знали, где брать... Потому что этот подъем значительно удачнее. Я как бы смотрел тебе в душу сейчас, Серый. Так, и туземцы сразу тут бегают, блин. Добрый, блин, вечер. О, кстати, ягод дофига у нас выросло, Бонич. Просто миллиард. Потому что я их всех посадил. Какой же я садовод все-таки у мамы. Горжусь. Давай еще, короче, сегодня в пещеру не пойдем, пробежимся по контуру на этом стриме и закончим на сегодня. Давай. Все, погнали вокруг острова? Да, погнали, я готов. Уже полдень, но... Нормально, готов. Да. Что это? Что я сейчас сделал? Не знаю. А, я и смазался в грязи. Так, еще куча контейнеров, и тут тоже микросхема. Сахара. Так, побежали, похоже, в нашу сторону. На теплоходе музыка играет. Они такие, это вот эти два маньяка, ребята! Ретрит. О, палатка, отлично. Чайки жирные, летают просто. Ой, котелок, Бонич. Вообще изи. Одинокая ветка сирени. Яхта, дерево, слушай, тут прям интересно. Только серость стемнела, если ты не заметил. Что будем делать? Спасибо за пение. Давай костер разведем тогда. Давай, поедим. Поедим, поспим и... Ты развел? А
А я деньгами развожу костер, ребята. Я богатый стример. У меня этих донатов полно вообще. Да мне кажется, что да, туда и пойдем. Опа, патруль, тушим. Тушите свет, Бонич. Пойдем так по бережку аккуратно. Он к костру идет, я это, в обход. Ползаем, я с тобой, тут с тобой рядышком. Видит? Видит, да? Думаешь? Думаю, да. Нет, он просто к костру побежал. Он, по-моему, огорчился, что мяса не осталось. Идет к нам. Вот теперь, кажется, заметил. Не повезло, пацану. Гэнг-бэнг устроили. Крутых штук. Окей, ну ты видишь такой небольшой островок перед нами? Да. Ну, короче, я поплыл, ты увидишь, где я буду. И там яхта. Ты замерзнешь сейчас. Нет, дождя нет, поэтому нормально пока что. Единственное, что тут акулы могут быть, вот что я забыл. А, кстати. Вам холодно? Ладно, я поплыл к тебе. Я не вижу никаких чумба-чумба. Я поплыл к тебе. Отлично. А, вода-то теплая. Открыто новое животное. Нет, я не хочу в воде открывать новое животное. Что за звук? Ты слышал? Я тоже слышал. Но это, скорее всего, с берега. Они плавать не умеют в любом случае. Возможно, кто-то съел просто снежного ягодника. Да кто там может быть-то, господи, на яхте, кроме карасей? Может, два осьминога? Сейчас было бы неплохо в 2 очка на акуле отдаться. Да, это было бы интересное развитие событий, сэр. И как залезть? Вижу, вот. Да, вот здесь. Вот. Ура, Серега! Что пишут? Ну что, поплыли отсюда? Яхт! Это яхта. Летнее издание. Здесь можно спать. Так, алкоголь. Тут еще какие-то фотокарточки. Пропал какой-то паренек. Давай здесь жить. Можно плавучий дом, да, сюда пристать. Да, построить. Да, фотография женщины-мутанта. Газовые баллоны. Газовый кислород ума не должен. Так, подожди, сейчас совместим. Кассета номер один, наверное. У меня есть кассета номер один, да, кассета номер один, погнали. А! Это же сектор газа. Это у тебя играет или у меня? Я выключил. Класс! Офигенно! Очень полезная информация для того, чтобы раскрыть тайну острова. Давай третью кассету тогда. Давайте я аэробикой займусь. Я третью кассету больше. Подожди, нет, я аэробикой должен заняться. Качаем шею. Все. Самочувствие улучшается. Гольфики подтяну, подожди, гольфики спустились. Окей, хорошо, это просто музыка по факту оказалась, к сожалению. Да не, нормально. Я все ближе к тайне острова. Здесь случилось что-то страшное, БСП. Здесь кого-то убили и делали над ними эксперименты. Веревка. А, нормально. Куча веревок еще снаружи. Сегодня продуктивно получилось, кстати. Да, в пещеру слезли, слазили. Давай, сохранись здесь. Так, еще немного тайн, друзья. Еще немного тайн. Ужасно. Это? Кажется, вот под эту музыку яхтсменов изнасиловали туземцы. Да, я вижу, как они делают это. О, яхтсменам уже начинает нравиться. Они просят еще. Пьют алкоголь. Понятно. Я вхожу в экстаз, Серега! Понимаешь, ты наркоман. Нарезаемся. Да, вы нарезайтесь, конечно, но и про нарезку тоже не забудьте. Я буду благодарен. Кто? Пишите в личку, если готовы, давайте попробуем. С тем, Бонивуру, кто... не мне. Пишите Сереге, спамьте его. Не давайте ему продохнуть вообще. Чем больше вы напишите Сереге, тем лучше. Не скучайте. Пейте водичку.